Интересное наблюдение. С утра выложил видео вчера еще про украинского активиста Сергея Псарева из Крыма. Почему я говорю вчера еще? Потому что знаете, как бывает, отключение электричества влияет на людей иногда лучше, чем любые убеждения, чем любая пресса, любое зомбирование. Тебе просто отключили свет, и ты вдруг кое-что понял. Так вот, на видео показано, что здание ФСБ, допустим, в Крыму светится, воинская часть светится. И к чему это? К тому, что активисты, террористы, которые взорвали эти опоры, они хотели ударить по... Они заявляли об этом, они хотели ударить по оккупантам. Но оккупантам не принесло никаких проблем в жизнь то, что они сделали. Ну, вообще никаких. А ударили они на самом деле по тем, кто наименее защищен, по детям, по женщинам, по больным людям. Так вот, суть наблюдения, что Псарева начали все писать «Ах ты, вата!», а у меня начали писать «Ах ты, там, не вата!». Потому что якобы это подводилось к тому, что вот смотрите, больницы там не работают, люди страдают, а вот ФСБ не страдает. Господа, иногда включайте мозги, ну просто включайте, заводите их, не смотрите на экран и не думайте, что вот здесь вот сказано от А до Я. Просто посмотрите и подумайте. Подумать это несложно. Несложно додуматься до того, что данное видео символизирует следующее. Ударили по оккупанту, а попали по тем, кого так сильно любят, кого так сильно хотят вернуть. Ударили по тем, кого до сих пор лицемерно называют своим любимым народом. Вы почитайте комментарии. Вот, хотели Рашу получить, вот, хотели то получить. Так это не ваш народ. Получается, территории хотим вернуть, правильно? Территории. Я всегда говорил, Крым украинский. Но сейчас я встречу крымчанина где-то в Европе, встречу. Я побоюсь ему это сказать, чтобы по роже не получить, он будет прав. Вот я не представляю, например, ну вот как это, твоя жена рожает, и тут раз выключается свет, и все, то есть конец света. Как бы вы отнеслись, если бы ваша жена вот так вот рожала без света, без помощи? Что будет с вашим ребенком, а, патриоты? Ну вот Украина говорит, что здесь наши люди, мы их будем защищать и так далее. Как это можно расценить по-вашему? Наши люди — это кто? Мы? Ну, они вот говорят, это на, там живут наши граждане, мы их будем защищать. Вот они, я так понимаю, таким образом нас защищают. А кого защищать? Вопрос. Отделение неотложной помощи и детское отделение Лукинской больницы. Вот поставили генератор, я вижу.